я как председатель городского совета четко убежден, что первоочередной сейчас задачей для депутатского корпуса, для администрации города нынешней, это поиск средств на ремонт дорог в городе Петрозаводске. Это уже из года в год проблема довольно-таки острая для города Петрозаводска. В прошлом году закладывали порядка 32 миллионов рублей, и то это не на капитальный ремонт дорог, а на ямочный ремонт. И то это уже было поправкой депутатского корпуса. На 2016 год предыдущая администрация не предусмотрела вообще денег на ремонт дорог, и депутаты вынуждены были при принятии бюджета все-таки указать, откуда мы можем наполнять казну. В частности, было предложение о продаже земельных участков с аукционов, с торгов, наполнять бюджет и в рамках этого бюджета закладывать деньги на ремонт. Фактически вот этой поправкой только заложены деньги на ремонт дорог, но там небольшие деньги, порядка 60 миллионов рублей. Но мы понимаем, что сейчас в связи с передачей полномочий по распределению земельных участков на уровень республики необходимо уже будет выстраивать конструктивную работу с республиканскими властями и продавая землю с аукциона, наполнять бюджет и там уже оттуда пытаться накопить должную сумму для хотя бы ямочного, не капитального ремонта. Потому что мы понимаем, что ямочный ремонт весной – это первоочередные ремонтные работы, которые необходимо проводить в городе. Более того, у нас сейчас составляется интерактивная карта самых проблемных дорог города Петрозаводска. С автомобильной общественностью мы привлекаем автомобильную общественность, чтобы указывали, какие конкретно улицы наиболее в плачевном состоянии. Первым к объявленной акции присоединился автоклуб «Карелия». Автолюбители проводят мониторинг состояния городских дорог и составляют перечень самых плохих. На Куковке в этот список попали 10 улиц. Белинского, Ильича, Котовского, Ульянова, Ладожская, Чехова, Лермонтова, Мончегорская, Каменоборская, Короленко. По улицам перечень очень большой. Есть адреса, все сейчас будет расписано. И вся карта, интерактивная карта проблемных дорог будет вывешена на сайте городского совета с адресами, с участками дорог. И более того, просим также и активных жителей города Петрозаводска подключиться и давать нам информацию, чтобы мы совместно увидели стоимость этой проблемы. По оценкам городского совета, на капитальный ремонт петрозаводских дорог городу необходимо порядка 1,5 миллиарда рублей. Мы сейчас, понимая, что бюджет очень ограничен, бюджет дефицитный, и, соответственно, сейчас хотя бы ямочный ремонт, ну, качественный, мы должны сделать. При формировании этой карты мы уже увидим стоимость проблемы. Когда мы увидим стоимость проблемы, мы увидим сумму, которая необходима для решения первоочередных проблемных точек. И потом уже следующим этапом будет запущена процедура поиска средств финансирования. Это могут быть либо кредитные организации, либо Дорожный фонд Республики Карелия, либо федеральные какие-то программы. Большая надежда будет на кредитные организации и на помощь республиканского правительства. Но я четко убежден, что необходимо эту проблему решать именно весной, летом этого года. Потому что в таком состоянии город Петрозаводск с такими дорогами, я думаю, не должен находиться.